Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мой видео носит только информационный характер. И сегодня для любителей криптомонет у меня три крана близнеца по сбору биткоин, интериум и лайткоин. Значит, беру адрес с Faucet Pay. Инстант вывод идет на микрокошелек Faucet Pay. И первый кран по биткоину. Вставляем биткоин адрес. Далее нажимаем Claim. Разгадываем капчу. Сейчас капчу разгадаем, наверное, опять эти ворота. Нажимаем на зеленую вкладочку проверить. Галочка. Далее клейм. И разгадываем антибот. 6. Так, то что у нас? 2+4. Первое 6. Далее 9. Боже мой, что я делаю не так? Так, 6. То умножить, значит, 6, 9, 8, 2. Ждем 3 секунды. GetReward. И 6 биткоин сатошиков ушло на Faucet Pay. Следующий кран такой же. Интериум. Вбиваем адрес Интериум. И также проходим сюда адрес. Поставлю на паузу и пройду, чтобы не затягивать видео. 329. Так, это что у нас? Интериум ушло на Faucet Pay. Далее, следующий кран у нас по сбору лайткоинов. И он нам дает 1077 лайткоинов каждые 5 минут. Также лайткоин. Вбиваем адрес. Нажимаем Claim. Опять поставлю на паузу, пройду капчу. Чтобы не затягивать видео. Ждем 3 секунды. GetReward. 1077 лайткоин ушло на Faucet Pay. Во всех кранах ссылочка в конце странички. Переходим на микрокошелек. Дашборд. Опускаемся ниже. И вот, значит, 6 от Coin Bonus. Вот 3 крана близнеца. Как мы видим, вот Coin Bonus. Так, 6 биткоин сатошиков прибыло. 329 интериум и 1077 лайткоин прибыло на микрокошелек. Кому интересно, пользуемся. Неинтересно, проходим мимо. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.